началось. Отлично. Кристина, спасибо вам огромное. Не за что. Ну что, попробуем что-нибудь сделать? Елизавета Алексеевна, значит, вы отказываетесь подписать соглашение о разделе детей, предложенное вашим бывшим мужем. Почему? Потому что по этому соглашению мои дети остаются жить с ним. А вы полагаете, что дети должны остаться жить с вами? Я в этом абсолютно уверена. И на чем основана ваша уверенность? На том, что это мои дети, и я их очень люблю. Они должны жить со мной. Я вас понял. А теперь выслушаем аргументы стороны вашего бывшего мужа. Виктория Сергеевна, пожалуйста. Уважаемый суд, мы абсолютно уверены, что дети должны остаться жить с отцом. Потому что Елизавету Алексеевну можно назвать кем угодно, кроме как хорошей матерью. Да вы что говорите? Елизавета Алексеевна, сядьте, пожалуйста. Да, за последние два года ответчица постоянно отсутствовала дома. Деловые встречи. Командировки. Я могу предоставить суду доказательства своих слов. Ваша честь, это все произошло только после того, как мой муж потерял работу. И я, женщина, я вынуждена была содержать семью. Елизавета Алексеевна, я прошу уважения к суду, иначе я буду вынужден удалить вас из зала. Сядьте. Сядьте. В связи с этим вся ноша по воспитанию детей легла на плечи Германа Викторовича. Ухудшилась успеваемость детей в школе. Но это неудивительно. Они очень переживали отсутствие мамы дома. Нас также беспокоит эмоциональное состояние Елизаветы Алексеевны. Насколько я знаю, у нее тяжело болеет мать. Кристина, сделайте что-нибудь. Ведите себя сдержаннее. Это все? Нет. Также ответчица испытывает проблемы с жилплощадью. Детям просто негде будет жить. Спасибо. Слово предоставляется стороне ответчика. Пожалуйста. Ваша честь, я прошу отложить слушание по данному делу. На каком основании? Как справедливо заметила моя коллега, эмоциональное состояние Елизаветы Алексеевны сейчас не лучшее. Это действительно связано с болезнью ее матери. Боже мой, да вы что, сговорились, что ли? Хорошо. Суд пойдет навстречу требованиям ответчика о переносе слушания. Благодарю, Ваша честь. Заседание переносится на следующий понедельник. Всем спасибо. Антон, это какой-то бред. Лиза, а я вам уже говорила, надо вести себя хладнокровно и не поддаваться ни на какие провокации. У вас, видимо, нет детей, если вы считаете, что… Я считаю, что если вы не будете сдерживать свои эмоции, то органы опеки точно отберут у вас детей. У Германа сейчас все козыри. И не надо давать ему дополнительные. Но послушайте, мы совершенно не защищались. Да, мы выиграли время, чтобы основательно подготовиться к следующему заседанию. Лиза, выше нос. Что я тебе говорил? Мы еще поборемся, все будет хорошо. Слышите меня? Ну вот и отлично. А теперь мне надо знать о вас все, о вас и детях, о Германе, о ваших взаимоотношениях. Хорошо. Спрашивайте. Простите. Да, Виктор Иванович. Что? Куда? Я еду. Господи, у Маруси аллергический приступ. Она в реанимации. Сейчас все хорошо. Мы ей сделали укол антигистаминного и сняли приступ. Слава Богу. Но еще чуть-чуть, и было бы поздно. Но у них же были таблетки. Что ж, мы не досмотрели. Такие лекарства всегда должны быть под рукой. Доктор, я могу ее увидеть?
Ее забрали родственники 5 минут назад. Как забрали? Маруся! Доченька! Тише, тише, не спи, тише. Лиза, я ж тебя просил. Герман, что произошло? С детьми сидел отец. Затем к Марусе пришли подружки, принесли чипсы, орешки. Ну, а затем он позвонил и сказал, что она задыхается. Но почему он мне не позвонил? Я бы сказала ему, где таблетки. Таблетки? Они были в буфете. Я тебе показывала, когда уезжала в Миртов. По-моему, ты ничего не говорила. Нет, я говорила. Наверное, плохо говорила. Чуть ребенка не угробила. Лариса Михайловна, я точно. Да тебя к детям вообще нельзя подпускать, кукушка. Мама, сядь, пожалуйста, в машину. Пока она не уйдет, я не подумаю. Лиз. Я вас умоляю, дайте мне хотя бы посмотреть на нее. Пожалуйста. Сядь в машину. Доченька. Ну все, нам ехать надо, до Мишкова. Герман, я поеду с вами. Я нужна своим детям, пойми. Им покой сейчас нужен. Потом они думают, что ты в командировке. Герман, постой. Я не могу так больше. Пожалуйста, скажи мне, что я должна сделать, чтобы все это закончилось? Давай завтра увидимся. Позвони мне. Например, 4 марта. В 10 утра награждение у Мишки, в час встреча с поставщиками, в 3 часа концерт у Маруси и в 17 самолет и открытие в регионе. Ну, то есть вы были с детьми только на важных мероприятиях, а в остальное время ваш муж, так? Да, но все то время, когда я была дома, я была с ними. Сколько примерно дней в неделю вы были с детьми? Ну, 2-3. Господи, это так мало. А вы поднимали на них руку, срывались? Нет, что вы, никогда. Я, конечно, могла иногда накричать из-за уроков, но… Просто Герман был с ними такой мягкий. Какой он отец в целом? Он очень хороший. То есть никаких минусов? Но… Просто иногда мне казалось, что он мало с ними занимался. Но теперь я понимаю, он делал все, что мог. Лиз, теперь личный вопрос. У вас оставалось на него время? Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Мы, конечно, с ним редко виделись. Я изо всех сил старалась все компенсировать, но, может, не так часто, как хотелось бы. Вы изменяли? Никогда. У меня даже в мыслях такого не было. Повод для ревности давали? Ну, нет, конечно, Кристин, что за вопросы? Вопросы, которые вам могут задать на суде. Поэтому поймите меня и поверьте, мне это важно. Конечно. У нас были тяжелые времена. Особенно, когда Герман потерял работу, и мы остались без средств к существованию. Mm-hmm. Совсем. Были ссоры, довольно жесткие. А потом я вернулась на работу. Появились деньги, и в нашей семье все пошло наперекосяк. Кристин, мне кажется, я ужасная мать. Послушайте, вы не пьете, не принимаете наркотики, а главное, любите детей. И вот это единственное, в чем я пока уверена. Да. У Германа могут быть какие-либо еще интересы? Ну, я к чему мне? Кажется, что он как будто ждал, готовился. Но его можно понять.
Я ведь ему жизнь поломала. Перестаньте. Я понимаю, вам тяжело, вам надо отдохнуть. Легко сказать. Только, пожалуйста, не падайте духом, а то точно не поможет. Держитесь. Спасибо, Кристина. Я с вами на связи. Да, слушаю. Герман, привет. Это я. Привет. Прости, ты занят? Да, только что с детьми приехали в деревню, мама настояла. Ну, ты ее знаешь. А можно мне тоже приехать? Лучше не надо. Гера, я все понимаю, но тебе ведь тоже тяжело. Я могу помочь. Спасибо, справимся. Слушай, Лиз, детям сейчас нужен покой. Особенно Марусе. Потерпи до конца недели. Да, я все понимаю. Может, и правда, для них так будет лучше. Послушай, мы ведь хотели с тобой поговорить. Я свяжусь, когда мы вернемся. Но пока. Как обстановка? Все тихо. Встречи я отменила, и в магазин юбилейный пришли новые кухни. Антон Сергеевич там на контроле. Хорошо. Я туда съезжу, а то я здесь совсем с ума сойду. Ой, Елизавета Алексеевна. Спасибо. Может, вам все-таки отпуск взять? Да нет, Вер, ничего. Прорвемся. А, еще. Ты помнишь, говорила, что у тебя есть хороший риэлтор? Дашь телефончик? Конечно. О! О, Лиз! Привет. Привет, Кость. Ты знаешь, а я ехал мимо, думал, дай-ка стулик куплю. Скидос сделаешь? Ну, само собой. Ты давно приехал? Герка сказал, что ты в командировке. Ну вот, приехала. Все нормально? Ты чего такая? Кость, да все нормально. Слушай, а Гера ничего больше не говорит? По поводу? Да так, ничего. Ну все, пока. Ну, давай. А... Герке поклон. Кость, подожди. Да. Слушай, ты не говори, пожалуйста, Марине, ну, что я приехала. Скидос. Что, никто ничего не знает? Пока решила не говорить, чтобы дети не узнали. Лиз, тут такое дело. Без тебя никак. Поможешь? Спасибо, Антон. А что у тебя за личное дело? А, да. Я купил новое зеркало, привез его домой и, знаешь, растерялся. Не могу понять, куда его повесить. Или в прихожую, или здесь, в гостиной. Угу.
Знаешь, ты только не обижайся, но мне кажется, оно вообще не отсюда. Но хорошо впишется туда, где много дерева. Значит, пойдет ко мне на яхту? Ты ведь его туда и брал, да? Это ты меня так отвлекаешь. Но мне нужно было твое благословение. Достраивай уже свою яхту. И пойдем на ней все вместе в путешествие. Окно у тебя невероятное. Все-таки компании очень повезло, что ты вернулась. Лучше бы я тогда дома осталась. И что? Сейчас бы сидели оба без денег, злились бы друг на друга. А так дергается только он. Ну, ты помнишь, я ведь пыталась его вытащить. Даже долю предлагала. Он слишком гордый, чтобы пойти на это. Да. Зато ты согласился. Ну, от такого предложения я не мог отказаться. И ни разу об этом не пожалел. А я ведь поначалу в тебя не верила. Особенно, когда увидела эту ужасную шведскую стенку у тебя на кухне. Ну, не знаю, твоим детям нравилось. Лиз, прости. Все образуется. Вот увидишь. Да, конечно. Лиз, послушай, у меня гостевая свободна. Ну, может быть, побудешь у меня, пока все не уляжется? Спасибо, Антон. Правда, спасибо. Но нет. Я как раз хотела подыскать себе квартиру. Как знаешь. Спасибо. Пока. Я провожу тебя. И тогда маленький ослик посмотрел на девочку и сказал: а я знаю тайну. А вот тайну маленького ослика ты узнаешь завтра, в следующей главе. Почему? Потому что 9, и тебе пора спать уже. Так нечестно, Миша еще играет. Мама ему так поздно не разрешала. Когда она приедет, будет очень сильно ругаться. Я беда. Маруська, ну ты станешь повзрослее, тебе тоже разрешу ложиться попозже. А сейчас все, спать. Папа. Все, спокойной ночи. Все. Давай, ты тоже закругляйся. Все. Спокойной ночи, дети. Спокойной ночи. Мишань, свет погаси. Куда это ты собрался? В город. А детей опять на бабку? Мама, это была твоя идея с дачей, правильно? У меня встреча. Опять с этой куклой шашни будешь крутить? Ну какие шашни? Она мой адвокат. Я почему обязательно с ней? Может быть, я с Лизой встречаюсь. Интересно. И о чем это ты собираешься с ней встречаться? О детях, мамуль, о детях. Да. Ну вот мы с судьей поговорите, как вы чуть родную дочь не угробили. Между прочим, оба. Мам, пусти, пожалуйста. Только через мой труп. А можно не кричать, а то дети услышат. Вспомнил. А вот, между прочим, если спросят про мать, я им врать не буду. Мамуль, ну о чем ты? Ну, конечно же, ты не будешь врать, правильно? Потому что ты у меня самая лучшая мамочка в мире. Не буду. Потому что у меня сердце разрывается. Сами все им и расскажете. Ну, конечно, расскажем, только не сейчас. Сейчас мне бежать надо. Все, мамуль, я тебя люблю. Все, я побежал. Скоро буду. Ушел. Миш, а
что они сказали про маму? Я сам не понял. Миш, а мама что, не в командировке? А где еще? О, смотри, папа телефон забыл. А давай ей позвоним. Давай. А ты папин пин-код знаешь? Не знаю, я никакого кота. Я только знаю циферки, как телефон открыть. Во, давай. Так, мама. Я, по-моему, русским языком сказал спать. Телефон. В кровать быстро. Все, спать. Алло? Да, Вера. Завтра в 11. Хорошо, я буду. Только адрес кинь, не забудь, ладно? Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Лиза, да? Да. Я Тамара. Рада знакомству. Очень приятно. Не будем терять времени. Прошу. С удовольствием. Лиза, проходите, пожалуйста. Как красиво. Не то слово. Сад просто роскошь. Да. А вот обеденная зона. Чаепитие на свежем воздухе. Чудесно. Ну что ж, входите. Спасибо. Вы знаете, когда Вера мне рассказала про вас, я сразу подумала про этот дом. Это, конечно, не современный таунхаус, но тем он и прекрасен. Нет, я уверена, что с вашим вкусом и творческим видением вы оцените. Надо кое-где освежить, подкрасить, возможно, где-то подремонтировать, но в целом отличный вариант. Дом в прекрасном состоянии, а вот камин. Лиз, вы только представьте, вечер, детки сладко спят в мансарде, а вы с мужем вдвоем у камина с бокалом шампанского. Да. Ну, как впечатление? Вы знаете, дом замечательный. И цена за дом тоже, кстати, вполне адекватная. А он разве продается? И я просто ищу съемное жилье. Я разве не говорил? Я, конечно, поговорю с хозяйкой. Но... Одну минуту, хорошо? Тамара, попробуйте, ладно? Да-да, конечно. Лиза. Да? Вам определенно везет. Значит, сначала хозяйка и слышать не хотела об аренде. Но когда она узнала, что вы владелица Румвель, она тут же согласилась. Сказала, что у вас самый безупречный вкус в городе. В общем, оказывается, она ваша постоянная покупательница. Очень приятно. Скажите, я могу сегодня въехать? А вы не хотите сначала с мужем посоветоваться? Я хочу сделать ему сюрприз. А, отлично. Я же могу все вопросы по договору решить с Верой? Да, конечно. Если что, я на связи. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Привет. Привет. Смотри, кого я привел. Добрый день. У меня хорошие новости. Здравствуйте, Кристин. Я узнала, что адвоката вашего мужа Коновалова сейчас нет в городе. Угу. И направила ходатайство о переносе даты заседания. Его приняли. Отлично. Если Коноваловой не будет на заседании, у нас с вами просто грандиозный козырь. Да, здорово. Ну, что я тебе говорил? У нее связи. Да, ну когда он будет? Завтра.
Как, завтра? А Герман, он в курсе? Пока нет, но мне кажется, для него это тоже будет неплохой встряской. Лиза, а что за фокусы с переносом заседания, а? Гер, это не моя идея, а моего адвоката. Ну-ка, подержи. Через адвоката теперь с тобой будем, да? Ну, я правда не хотела. Не хотела она. А мне теперь детей туда-сюда дергать. Слушай, ну, оставь их у родителей. И потом, прости, но ведь это ты судом затеял. Ты повоевать и решил? Ну, конечно же, нет. Гер, я прошу тебя, давай все мирно обсудим. Мирно? Знаешь, Лиза, мирно уже не будет. Гер. Все хорошо? Да. Точно? Нормально. Ну и отлично. У нас сегодня форум. Коновалова еще не вернулась в город. Так что соберитесь, нам пора. Хорошо. Встать. Суд идет. Прошу садиться. Ваша честь, прошу прощения за опоздание. Можно? Просим, уважаемый суд, отменить решение и определить место жительства детей со своей матерью. Возражаю. Ваша честь, отец прекрасно справляется с детьми, и дети чувствуют себя замечательно в отсутствии матери. Истец намеренно вел детей в заблуждение, обманул их в том, что их мать находится в командировке. Они очень переживают и ждут ее домой. Возражаю, ваша честь. Дети привыкли к постоянным отлучкам матери. Но это не значит, ваша честь, что они в ней не нуждаются. Характерный пример – аллергический приступ дочери-ответчицы. В отсутствии матери отец был бессилен оказать помощь, что могло окончиться трагедией. Протестую, ваша честь. Ответчица намеренно не уведомила истца о лекарствах. Она сказала, он не услышал. Если понадобится, мы можем пригласить детей в качестве свидетелей. Поскольку дети ничего не знают, суд считает этот шаг преждевременным и негуманным. Ваша честь, позвольте вопрос. Пожалуйста. Можем ли мы назвать господину Новикову хорошим отцом, если в критической ситуации он не смог оказать помощь родной дочери? Ваша честь, могу я задать несколько вопросов ответчице? Пожалуйста. Спасибо, ваша честь. Елизавета Алексеевна, вы как вообще? Тяжелый развод, дети, мама болеет. Я в порядке. Да, у меня просто есть серьезные опасения за вашу эмоциональную стабильность. Вы что-то употребляете? Алкоголь или какие-то медикаментозные средства? Ну, чтоб успокоиться. Нет, я ничего не употребляю. Вас кто-то поддерживает? Да, меня поддерживают друзья. Ваш любовник? В смысле? Скажите, а как давно у вас роман с Антоном Ермоловым? Но мы с ним не встречаемся. Антон – это мой надежный партнер по бизнесу и мой друг. Ваша честь, у меня есть основания полагать, что ответчица говорит нам неправду. Я могу предоставить доказательства. Передайте через секретаря. Что это такое? Это ерунда какая-то. Это же чушь. Ваша честь, если ответчица солгала нам сейчас, есть ли у нас основания предполагать, что во всем остальном она сказала нам правду? Да как вы смеете? Как вы смеете? Это же клевета! Суд объявляет перерыв на месте для изучения предъявленных доказательств сторон. Боже, ну как же это мерзко. Я ожидала подобного от Коноваловой. Справки про нее навела она, племянница директора рыбхоза. А он одноклассник и лучший друг Игнатьева. Вот вам и рычаги давления. Встать, суд идет.
связи со вновь открывшимися обстоятельствами, посовещавшись на месте, суд выносит определение о привлечении органов опеки к участию в рассмотрении спора. Органы опеки проведут подробный анализ ситуации. До вынесения окончательного решения место жительства несовершеннолетних определяется по месту их фактического проживания, то есть с отцом. Кроме того, так как до сих пор остаются сомнения в эмоциональной стабильности ответчицы, суд назначает ей психолого-педагогическую экспертизу. Исследование проведет доктор Васильев Петр Сергеевич из Центра независимой экспертизы. Со стороны истца есть возражения по данной кандидатуре? Нет, Ваша честь. Со стороны ответчика? Ваша честь, подобная процедура займет месяц, а то и более. Возможно ли просить о том, чтобы моя доверительница это время была рядом с детьми? По этому вопросу суд определил порядок общения с детьми отдельно проживающего родителя, а именно ответчицы, на период до окончания судебного разбирательства. 2 раза в неделю по 3 часа. Всем спасибо. Стой. Ты что, за мной следишь, что ли? Нет, Новиков. Оказывается, слежка это твое. Это была инициатива моего адвоката. Скажи, за что ты отнимаешь у меня моих детей? Почему ты так поступаешь? Я хочу сегодня же видеть моих детей. Завтра. Родители вечером привозят их с дачи. Что-то еще? Да. При чем здесь Антон? Ты хотел сказать твой любовник. Гер, ну только не говори, что ты веришь правду в эту чушь. Прошу прощения, но теперь все вопросы Германа вы решаете через меня. Иначе мне просто придется вызвать полицию. Да, и запомните вы обе, что у вас нет никаких шансов, и мы вас размажем. Поехали? Но это мы еще посмотрим. Мы же не будем сдаваться. Послушай меня. Послушай. Я составлю промежуточную апелляцию и буду добиваться передачи дела на рассмотрение другому судье. Надо будет, мы дойдем до Верховного суда. Кристина. Это мы их дожмем. Мы. Он шпионил за мной, вы понимаете? Грязно играют. Сначала заочный развод, теперь фейковый роман. Ну, Антон, я, вы понимаете? Ну, это же бред. Бред. Думайте о детях. Вы им нужны. Теперь вы можете с ними видеться. Да, маленькая, но победа. Да. Мы с ними завтра встречаемся. Вот и хорошо. Совет. С Антоном лишний раз не светиться. Конечно. Герман, привет. Ты, надеюсь, помнишь, что я сегодня с детьми встречаюсь? Хорошо, давай сегодня в 3 у школы. И, пожалуйста, без фокусов, ладно? Пока. Так, давай, как договорились. Ты задержалась, так как в магазине. Рвало водопровод, я все помню, Гер. Подарки для них. После школы к нам поедем. Ко мне. Скажешь, что у тебя один свободный вечер и самолет. Куда самолет? Ну, не знаю, в Москву на выставку. Ну, придумай что-нибудь. Хорошо, Гер. Маша, бабуля тут! Мамочка! Мама! Миша, Маруся! Да, Элис, побереги. Мамочка, привет! Мамочка! Привет, мамочка!
ну соскучилась, мамочка. Милая моя хорошая. Женя. Ну-ка, держите. Солнышко, это тебе. Спасибо, мама. А это тебе, сыночек. Ух ты. Обалдеть. Круто. Пойдемте. Мам, спасибо. Пойдемте быстрее. Спасибо огромное, мама. Пойдемте. Спасибо. Теперь у меня самый крутой меч в классе. Нравится? Очень. Посвящаю тебя, вожди моей великой армии. Надеюсь, ты умеешь управлять звездолетами? А тут я буду хранить зубки для зубной феи. Все зубные феи вымерли. Ты думаешь? Угу. А кто же тогда приносит подарки? Ты или папа. Вот как. А как они их ночью покупают, если магазины закрыты? Ну? Мам, а что у нас сегодня на ужин? Это, наверное, у папы надо спросить. Опять пельмени. Ну... Я хочу картофельную запеканку и салат с авокадо. Ты мой... Слушайте, а может быть, пиццу закажем, а? Пиццу мы ели с бабушкой в кафе. Мишанька, слушай, ну нету у мамы времени готовить. Ну, правда, ей на самолет пора, да? Да, Гера. Мне пора. Мои хорошие. Мамочка. Мама, ты куда? Ну, мне в командировку, на выставку, в Москву. Ну, так нечестно. Мам, пожалуйста, останься. Милая, прости, но так надо. Мам, ну почему ты все время уезжаешь? Никуда ты не поедешь. Я тебе не разрешаю. Маруся, перестань. Ты что, не видишь? Мама нас больше не любит. Мишенька, ну что ты говоришь? Что он такое говорит, мама? Это правда. Бабушка и папа нам этого не говорят, чтоб нас не расстраивать. Но я это знаю, что вы все врете. Мама, скажи, что это неправда. Папа! Милая, послушай. Я вас очень, очень люблю, ты слышишь? Я тебя, мамочка. Мы тебя тоже. Вы мои хорошие. Просто... Просто мы с папой развелись. Развелись? И больше не живем вместе. Замолчи. Но вы только не расстраивайтесь, я прошу вас. Все будет хорошо, вы слышите? Мы с папой вас очень любим. Немедленно уходи, иначе я буду вынужден вызвать полицию и адвоката. Мама. Тебе ясно? Мама! Уходи. Герман, они все равно рано или поздно узнают. Так лучше от нас, чем от кого-то еще. Они большие, они поймут, но так честнее. Но ты что, не видишь, как они страдают? Лиз, ты все испортила. Уходи. И теперь пеняй на себя. Отпусти меня! Мама, мамочка!
А Маша в монополии в прошлый раз выиграла. Принимай гостинцы. С новосельем тебя. Отличный дом. Что? Антон. Что случилось? Я ведь его спрашивала. Тогда еще после Миртова. Ну, сказал бы сразу, что разлюбил. Послушай, ну, может быть, он ее сначала нанял, а потом у них уже закрутился служебный роман? Это цирк в суде. Ну, они же нас с тобой в связи обвинили. Это же бред. Ну, лучшая защита нападения. Я вообще ничего не понимаю. Я не знаю, чего от него ждать, чего от них ждать. Ты его все еще любишь? Не уверена. Я уже вообще ни в чем не уверена. Знаешь, у меня такое чувство. Как будто я все это время врала сама себе. И другим врала. Поддерживала жалкую иллюзию счастливой семьи. Перестань. Вы действительно были счастливы. Ну да. Я всегда восхищался вашей семьей. Да я завидовал вам, особенно Герману. В каком смысле? Ну, столько сэкономить на дизайнере интерьеров. Герман? Да? Привет. Что? Как это нигде нет? Я еду. Миша пропала. Ты Марине не звонил? Ну, конечно, сразу же. А Котику в Артему? Нет, а кто это? Ну, это их с Игорьком, лучший друг с продленки. Я что, всех его друзей должен знать, что ли? Хотя Марина говорила, что они, вероятно, в отпуске. Так. Мобильник. Ты ему вернул? Нет, не подумал. Господи. Ну, а если он под машину попал? Слушай, ну не говори ерунды. Все, давай я позвоню в полицию, в МЧС, куда там еще? Так, стой. Что он делал до того, как пропал? Смотрел фотографии на планшете. Какие? Ну, старые, семейные, где мы на море, в зоопарке, где ты, беременная Маруся, еще на старой квартире. Поехали на Солнцевский. На твою старую квартиру? Да, поехали. Ну, поехали.